Так, мне сказали нажать сюда. Ну. Салют, задроты, с вами Monkey King, и это первый Rosh Pit Battle. Пошумим, блин! Если 1x1 на рунах уже устарело, а лобби на SF-ах не показатель, то наш батл — это то, что вам нужно. Сегодня у нас выясняет отношение саппорт Леон, который недоволен своим кэрри, и кэрри Антимаг, который считает виноватым саппорта. По результатам жеребьевки начинает Леон, давайте выясним, кому из них нужно кинуть репортик. Выехали бы. Эй, это Леон. Эй, приятно было тебя посаппортить, урод. Дайте кэрри, я затащу. Так ты говорил, да? А чё ж мы проиграли? Придурок. Дайте кэрри, я затащу. Вот так ты написал потом, когда нам били трон. Вконтакте зависал, и как ты там писал? Я бустер, им борода, бустер и проиграл. Вот это чудеса. Даже мой дед быстрее тебя фармит. Откуда у тебя БФ? Ты его взял в кредит? Учитывая твой ласт-хит, минутик сороковой ты раздашь долги. Дота ММР, со мной тильт минус трон, со мной керри нулевой, ему саппортит Леон. Дота ММР, тут на керри бот ноль, сливший ботом улетит репорт. Тап-тау, тау-тау. Пробежишься, ничего страшного, дебил. Ага, пробежишься. Спасибо курьеру, больше тебя сделал в этой игре. Кстати, кура не апнутая, заметь. 42-я минута, отлично саппортишь, клоун. Я вот антимаг. Ща я вам расскажу, что произошло на лайне. Как так мы его вдруг слили? Интересно прям. Эй, ты за моей спиной стоял и только экс воровал. На 5-м левеле придурок даже хекс не качал. Стан левел 3, монодрейн левел 2. И вот каким-то чудом нас выносит дабла. Потом на всех обиделся и перестал вардить. Наверное, я виноват, что ты дебил. Но тогда, простите, бесполезный. Будто бы сканер уж пиди сделал стаки, спасибо, но я не могу зафармить их. Ты воровал как только мог ультом и постоянно говорил, мол, мой керри дно. Гейм, за что? Давайте кинем репорты. Хоть мы не на гитаре играем, это перебор. Эй, йо, это был первый раунд. Я не буду просить вас пошуметь за одного или за второго. Я просто врублю новый биток потихо, и мы поедем раунд номер 2. А, то есть, оказывается, я виноват, да? Я тебе, значит, взял лучшего саппорта, а ты взял худшего керри и винишь меня в проигрыше лайна. Ты попросил варды на лайне отводы по КД, теперь рассказываешь всем, что огребаешь от дабле. Якобы моя вина, якобы я беда. Пока не деремся, у меня еще КД, блинка. Не говори, что это хекс виноват. Не говори, что я стоял и только экс воровал. Да, виноваты звезды, ты звезда тогда. Ведь ты взял фармящий юзлистый кусок крипа. Не то чтобы ты полный лох, но если бы гуля из тебя вылез, то тебя бы разорвало. Чувак, это просто дно. Я таких, как ты, отбросов не видел уже давно. Ты не выкупаешь, как двигаться надо было тебе на карте. Ты покупаешь БМ, хотя нам сносят уже бараки, господи. Ты такой тупой, я просто не понимаю, зачем ты ссоришь деньгами и покупаешь аккаунт. Раунд. Ага. Лучшие саппорты не качают хекс на Леоне. Лучшие саппорты просто за спиной экспу воруют. Грамотно саппортишь, спасибо. Кстати, я смешно пошутил про то, что я крип. Ахаха. Все, никто не смеется. Если бы гуля из тебя вылез, то тебя бы разорвало. Если бы Энигма захотела, создала бы себя эдолонов. Доминатор или Мидас, Дум съел, Чен переманил. По-твоему это оригинально? Нет, ты просто тупой кретин. Не сказал ни слова по факту. Одна вода, друг, я слил тебе игру, я не жалею ни капли. Я купил БФ, хотя нам били бараки. Но ты в этот момент фидил в миде на автоатаке. И я не выкупаю, как мне двигаться на карте. Но никто не выкупает, нет ни одного варда. Ты, видимо, не понял, что в доте саппорт. Значит, это не тот, кто рассказывает всем, какой он неудачник. Это не тот, кто добивает ультом ради КДА. Это не тот, кто покупает огонь вместо блинка. Ты идиот, запоминай, повтори. Если я с тобой в игре, то ничего не говори никогда. Просто выкинь микрофон, ты чё не понял, что всех бесит твой школьный мавитончик? Я всех тиммейтов убедил, что это ты слил игру, так что лови ЛП, дебил, очень зря. Ты вышел на этот батл, из-за таких, как ты, магов, я стал антимагом. Раунд! Yeah.
Йо, чё, как, короче, тема такая. Я понятия не имею, кто кого переовнил здесь. Так что участвуйте в голосовании, ссылка будет где-то внизу тут. Я ведь только с дерева слез, поэтому в Ютубе нихера не шарю. Все, ГГшечка, ВПшечка.